Привет, это Реборн. В своем сообществе на Ютубе я сделал опрос, где люди голосовали, на какой ролик мне делать реакцию. Большинство проголосовало за канал «Союз смеха». У них как раз-таки вышел сегодня новый ролик, называется «Лучшие приколы 2020 года. Тест на психику. Номер 197». И вот под предыдущим роликом с моей реакцией уже на канал «Академия смеха» мне человек написал то, что в реакции на такой контент, на контент с приколами, надо не ржать как дебил, а наоборот сдерживать смех. И окей, давайте сегодня я попробую сдержать свой смех, смотря на приколы. И если вам понравится именно такая реакция, я продолжу делать реакции именно так. Хотя я, если честно, не знаю, что интересного в том, что я буду сидеть с каменным лицом и пытаться сдерживать свой смех. Ну а вам я, как обычно, ставлю челлендж. Если вы засмеетесь на протяжении просмотра вот этого ролика, то обязательно подписывайтесь на канал. Да и вообще можете подписаться на канал просто так. Ну и погнали смотреть видосик. Попробуем сдержать смех. Я не знаю, получится у меня или нет. Погнали. Я думал, он хотел угнать тачку. Окей. А, это он помог человеку. Ясно. Ребят, знаете, в чем минус моего комара? И разве есть какие-то минусы в комара? Сейчас я вам расскажу. Давай. Короче. Мне очень даже интересно. Это не мой комара. А что говоришь тогда минусы в моем комара? Окей. Нормально. Я бы им даже поаплодировал, попросил станцевать на бис. Блин, я подумал, это человек. Интересно, кто это сделал? Окей, бедная собачка. А почему их двое, а не четверо? Или сколько их там должно быть? Пятеро? А что, какую-нибудь новую песенку нельзя было поставить на заставку? Ну, давайте потанцую, подобрал. Ясно. Рекомендую, но я вряд ли на него перейду. Давай так, что перемотаем чуть-чуть. Угодно. Доставка по всему. Какая же долгая реклама-то. А если вы воспользуетесь промокодом... Окей, все. Далее, смотрим. Бесит вот эти вот дебилы. О, Куплинов. Напишите, пожалуйста, в комментах, делать реакцию на Куплинова или нет. Салага, юнец, малец, эй ты! Я как раз таки сейчас играю в Far Cry, и мне тоже в комментах писали то, что там будут постоянно Элсага его называть. Сука! Нормально. Бомбануло. Ну-ка. А, сейчас тут человек будет, да? Нет. Здесь человек? А, обезьяна. А, нормально. Просыпайтесь, зеркало. 5 утра уже, нехуй спать так долго. Что-то голос похож на Мармока, но это вроде не Мармок. Люблю своих соседей. Блин. Прям офигенно, так монтажик сделали. Нормально. Голод, апатиты. Это где такое? 20-е уже? 21-е даже вроде. Сейчас загробастут его, да? Ни хрена себе. А, не, нахуй надо. Да, поддерживаю. Я лучше бы тоже дома посидел. Киса в малине. Нормально. Ой, она прям кайфуша ловит. Что за фильм? Да ладно, все нормально, я пошутил, да? Я в порядке. Я так и думал. Я в порядке. А что за фильм-то? Хрена себе. Прикольно, слушай. Неужели нам Нео покажет что-нибудь новенькое? Бегу, и спотыкаюсь. Нормально. Это было смешно. А, ну это старый прикол, я его уже давно видел. Мамочки! Эй, паренек, ты что делаешь? Нормально. Мистер Бин? О, прям подходит. Нормально. Ну, мистер Бин, он всегда смешной. Тут даже не поспоришь. Нифига себе, у чувака прям талант. Это же офигенно выглядит. Блин. Классно.
Espérate, espérate, yo voy a coger mi helicóptero. ¿Chó? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Entra, ¿chó? Si quieres, ya, entra si quieres. ¿Chó se будет? ¡No! Чё, прикол? Тоже старый смех. У меня примерно такой же смех, можете посмотреть на других видосах моих. А я обычно так же смеюсь. Я бы сейчас тоже поржал с удовольствием. А где большой палец? А чё вы тёлками играете, пацаны? Чё за игра такая? Где-то у нас тёлка. Папка, что ли, какой-то? Нормально. Только не где-то у вас тёлка есть, а вы тёлка. Хей, мам. Такие, нормально. Это был еще не смех. О, 18+, подъехала. Да-да, я так и думал. Это следовало ожидать. Я был на коне, и об этом я помню. Сейчас упадет? Порой с оппонентом идешь впритык, и сегодня я здесь, и сегодня я в форме, и сегодня мой хуй отсосешь у меня ты. Блин, а это было в каком-то фильме, что ли, или где? Я где-то это видел, точно. И кто такие? Блин, что за птицы? Забыл. Ну-ка, напишите название, что это за птицы, друзья. Finally awake, right into that imperial ambush, same as us, and that thief over there. No. чувак, чё смешного-то? Найс. Девушка! Девушка, не подскажете, как проехать до... Да вы серьезно, что ли? А, туда? Блин, такой же был прикол в предыдущем видосе Академии Смеха, только там говорил мужик, говорил с коровой. Кто-то решил повторить, что ли? Окей. Спасибо. Ну это уже не смешно, второй раз не смешно. Скажи Юль, что я Ольку от Таньки до Катьки довезу, после того, как к Лариске заеду. Чё? Чё? А кто его снимает в этот момент? Если сможешь аккуратненько вытащить 1000 рублей, не затронув помидорку, она твоя. А если она подвижется? Ничего страшного. Так это же легко. Она у тебя просто приклеена. Нет. Ха, нормально. Красавчик. Реалии нового мира. Ладно, придется отрубать. В смысле отрубать? Дай хотя бы перевести. А может, блять, надо было... не по той ноге. В смысле? Нормально. Че? И хрена себе. Ты шапку потерял. О, это типа это? Френдшип. Ага, нормально. Надо поиграть теперь в Mortal Kombat. Че, она ищет что-то, что ли? Прикольная киса. Все проходит. Мемная. Че он там вещает? О, сатир! Всеобщая изоляция на месте. А, это же новый его сериал, а я так и не посмотрел. Надо бы глянуть как-нибудь. Пизда нам. Что-то думает собачка. Нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Начинайте жрать. Весело. Еще киса такая. Тут надо два раза. А, три собаки, одна киса. Киса такая прикольная. Запробил нажимать, все понял. Иди сюда, иди ко мне. Весело. Это тоже, по-моему, видел же. Нифига себе, как это он так делает? Он же себя сейчас проткнет насквозь, блин. Охренеть. Ну ладно, Илюш, лови. Да ему вообще насрать, у него сколько денег у Вилсакома-то. Так. Бандит? Фига себе полетел. Нормальную. А что за донат закрасил? Серьезно, бандит? О, нормальная тачка. Так нормальная я тачка. Я же тоже по удаленке работаю, ты знаешь? Нет. Как? Ты же пастух. Не, я современный пастух. Весело. Кто это? Там кто-то стоит, блядь. Да, там кто-то определенно стоит.
Давай, детка, позируй. Это чё? А чё это за игра? О, вот это секс. Волосами, волосами. Не Resident Evil 7, скорее всего. Нет, родное случайно. Родное радио. Россия вошла в десятку академик. Самых сытых стран мира. Серьёзно? Серьёзно? Незаметно. Вот таких шуток я давно не слышал. Ага. Ну, не тебе, правда, смеяться, у тебя сколько там бабосов-то. Слушай, а чем тебя убивать? Чё, Майнкрафт, нихера себе, там есть даже такие монстры огромные. Прикольно. Снова удары. Весело. Не лезь к нему, он тебя сожрет. Ни хрена себе, блин, борзый котик. Ха, прикольно. Офигеть, медведь не ожидал такого напора. Тихо, тихо, и вдруг... Ну и страшно, гоблин. У меня такого шпагата, блядь, с восьмого класса, блядь, не было. Что происходит? Ну типа она не то, ну так какой шпагат? Шпагат-то не показали? Что это? Это кошка? Что это? Это не кошка, это мышь какая-то. Нихера себе крыса. Испугались. Ты не знаешь, от кого там соседняя кошка забеременела? А? Чё? У неё котята ещё будут. Чё? Лучший. Я теперь отец? Ну, забавный ролик, только большинство приколов какие-то вообще не смешные. Пару моментов я хотел поржать, но сдерживать смех, как мне кажется, это слишком просто. И смотреть на такую реакцию, мне кажется, не очень интересно. Но если вы вдруг со мной не согласны, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Как вы мне скажете, так я и буду пытаться делать. Сдерживать свой смех, либо наоборот ржать, как конь. Не знаю, как вам больше нравится, напишите. Не забывайте подписываться на канал, лайки ставить. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Господи, зачем я тебя ударил? Бай.